прошлой ночью. Привет, слушатели, оставьте комментарий, нажмите на колокольчик. Дима был очень счастлив прошлой ночью, очень милый, очень счастливый. Конечно, его слова благодарят всех поклонников, а также новые китайские песни о войне и равенстве, но также дают людям ощущение его необычайной деловой способности и искренности музыки. Стиль этого концерта немного похож на стиль Хакади, но он по-прежнему прекрасен. Но Бастау больше похож на Чена Димаш во время певца. Я иногда беспокоился, что китайская индустрия развлечения окажет на него сильное влияние. В результате он все еще тот, кто не передумал. Он снял порошок и наступил на кучу куч, и вошел новый порошок. Он был еще молодым мальчиком, которого я видел в то время, но он был более зрелым и спокойным. Я написал так много на данный момент. Я был очень взволнован, когда я не был на сцене прошлой ночью. Было немного бессвязно говорить. Я не понял суть этой песни. Затем я прослушал официальный выстрел и тоже пообедал в высоком разрешении. Версия. Я обнаружил, что вокал этой песни звучит красиво и красиво, шокирующе и мелодично, а также взрывно и сильно сочетается, и явная слабость первого припева. Действительно жена жены. И до сих пор сочини свою музыку, учитель людям аж песня насоса, зачеркнута. Мелодия живой планеты действительно очень сенсационная. Китайский рэп-акцент почти нулевой, а формулировка хорошая. У меня много танцев в дополнение к обычному медовому соусу. Сексуальная, и танец мьет после подражания. Я взорвался перед экраном. Руководство «До свидания» воспоминания о детстве вновь вызваны трогательным голосом Димаш. Припев всей аудитории заставляет меня чувствовать себя дрожащим. Эта версия сочетает в себе уникальное качество печали мальчика. По сравнению с оригиналом сочетания красоты и красоты, мне действительно нравится эта версия с оттенком грусти. На заднем плане красочная туманность, с легким теплым и холодным светом, сочетающимся с песней. Слабый микс, как обычно, как в сказочном сне, тихий на белой клумбе. Привет, слушатели, оставьте комментарий, нажмите на колокольчик.